Бунт заключенных в Николаевском СИЗО. Как сообщили в государственной пенитенциарной службе, сегодня около 12 часов дня после утренней прогулки несколько арестантов отказались вернуться в свои камеры. Попросили, чтобы тюремщики разрешили им отпраздновать Пасху во дворе СИЗО. Получили отказы, решили не заходить обратно в помещение. Работники изолятора почти 3 часа вели переговоры с заключенными. Контролировать периметр здания вызвали полицию. Около 3 часов дня бунтари согласились вернуться в камеры, физической силы и спецсредств к арестантам не применяли. Конфликт исчерпан, сообщают в пенитенциарной службе.